что, молитвенники, прибыли? Приехали в станицу Темнолесскую, Ставропольский край. Вот встали? Встали в 4 утра. Подарочки, вот диски берем. Сейчас будем искать храм. Храм архистратига Михаила. Все готовы? Походу, здесь храм временно находится в здании почты. А новый храм строится в центре. Вот сейчас мы на службу пойдем молиться. Что? А потом у батюшки заодно спросим. Заодно можно и посылки, кстати, отправить кому-нибудь. Подожди, не закрывай. Ну что, друзья, вперед. Алена, как настроение? Холодно. Молодец. Совет его явит им очи мои. Вынука Господу, яко то исторгни соседи нозе мои, презрена мя и помилуй мя, яко единород и ниш весь ал. Скорби сердце моего умножившися от нужд моих, изведи мя, лишь смирение моей, труд мой. И не хвалися в детстве наше, слави славе помышлению лукавства, и на любовь твою изри души наша, дам тебе всегда взирающие, ежа тебе светом наставляем. Изначальное слово Отцу и Духови, Отзе вырошайся на спасение наше, во своим верни поклонимся, яко благоволи пути взыти на крест, и все претерпеть, и воскресите умершие, словно воскресением своим. Небесных воинств архистратизи, молим вас, Христа, мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом клинни вещественные ваши славы, сохраняющие они припадающие прилежные вопиющие, отбит избавительны, яко чина начальницы вышних сил. Спаси меня, Господи, яко в суде преподобный, ты Господи, сохранишены и сохранишены от рода всего и во век. И Господи, сохранишены и сохранишены от рода всего и во век. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сына Божия, единородного и живого, спасающего.
батюшка, ну вот мы и в Темнолесской. Слава Богу, добрались, встали сегодня в 4 утра, но мы приехали к вам и с огромной радостью попели на службе. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Действительно, для нас это большой, прям огромный рад, праздник, потому что нас мало кто знал, в принципе, о нашей станице. Когда я сюда приехал, здесь, ну, 2-3 человека ходило максимум. Вот, там, может быть, ну, простите, не 3 причастника максимум было. Потом мы начали собирать потихонечку людей. Потом Господь нам сюда такого доброго друга послал, эту Агриппину Аркадьевну. Наша общая знакомая, наша общая подруга. Она, с ее подачи вот мы начали заниматься, вот, ну, активизировались в строительстве храма активно. Вот, она нам много помогла и советами, и друзьями. Подсказала нам завести социальные сети, чтобы мы через них помогали людям. Потому что он говорит: батюшка, мне столько вопросов задают, но я не в компетенции на них отвечать. Давайте я буду вам всех ссылать, а вы будете на них отвечать. Я говорю: с радостью будем служить Господу Богу вот так вот вместе. Потом вот, помню, когда у вас появилось первый раз тоже какие-то шаги, а я, Саша, по-моему, написал, батюшка, может, там репостинг как-то так сделать, так, ну, как-то так вот это мы было. Мы начали общаться, да? Да, с тех времен, думаю, это ну, когда-нибудь. Уже соработничество началось да, у нас. И думаю, вот когда-нибудь, может быть, и мы вместе с вами послужим. И тут я недавно такой сижу, думаю, ну, ты же, ребята, так везде ездят, думаю, ну, да, надо, может быть, написать им. Когда и, к нам, самое да? главное, пишу еще в Инстаграм, ну, пишу в другой социальной сети, говорю, дайте мне свой номер. А потом мне присылает Саша, говорит: батюшка, у меня же есть ваш номер. Вот мы же с вами общаемся. Вот. И, в общем, ну, слава Богу, так вот списались и вот договорились, что вы приехали. Действительно, радость. Мы сразу объявили людям. Но на самом деле у нас больше, как бы больше, знаете, как совпадение, потому что сегодня приехало 15 человек из Армавира, они вот раз в полгода приезжают к нам на службу, ну, просто так, паломнической поездки, то есть они не знали, что приедете. В гости приезжают, да, к вам. Да, ну, на службу сюда, ну, можно сказать, ко мне грешнику, ну, к Христу, к Богу, а я как бы как чисто слуга его, как бы, ну, доверяют люди, а сердце свое открывают, я им открываю свое, и вот так вот и знакомимся, и дружим. Спасибо, что вы приехали, это действительно огромная-огромная радость для нас, и знаете, это такое, как утешение младенцу, когда вот он, допустим, ну, вот плачет, ему там что-нибудь, какую-нибудь дашь, маленькую такую игрушечку, и он уже отвлекся. И здесь люди тоже, уже многие скорбят, многих мобилизованных ребят забрали, многие скорбят, многие наоборот, вот многие бабушки своих внуков, мамы не хотели отправлять, а они говорят: отпускай, ты что, и кто же будет защищать бабушки наше отечество, наши крепкие, отправляют внуков, и вот здесь стоят, молятся. И мы, знаете, вот сегодня получили такое утешение, молились, и действительно, не ощущали, где мы находимся, либо на земле, либо на небе, потому что пение, оно возвышает и приближает нас к Богу. Потому что через пение мы можем и заплакать даже, можем и порадоваться, можем улыбнуться, а потом утешиться и снова поплакать, и снова поблагодарить. Поэтому от всей души благодарны вам, вот, что вы Господа Бога прославляете своим пением. И это действительно очень трогательно и радостно. Спасибо, Господи. Скорейшего вам завершения стройки, чтобы храм стоял. Мы заезжали, он очень красивый будет, мы это уже видим. Уже проект потрясающий. Дай Бог все завершится и с нашей помощью, и с помощью Агриппины Аркадьевны Донцовой. Мы будем вместе. Вместе помогать, вместе дружить. Так что православные — это одна большая семья. Правильно? Еще ремарку насчет храма. У нас храм строит Господь Бог исключительно. И мы это чувствуем, потому что мы, когда хотели строить, мы думали, построим деревянный, проект сделали, все. Ну и никак вот не получалось нам собрать, потому что там они, ребята под ключ приходят, дают. А, никак. Кое-как с фундаментом рассчитались, долго его делали. И тут решили делать каменный. То есть постепенно люди на кирпичики имена там жертвовали. И мы подняли каменный храм. Потом я не знал, как он будет выглядеть. Я думаю, как же он будет выглядеть? Потом думаю, как купол. Купол поставили. Ну, сейчас вот поедем вместе, посмотрим. Купол подняли, думаю, дальше как будет интересно. Думаю, ну кто мне нарисует? Нету никого. И тут в Москву пишу, там знакомая девочка, найди мне кого-нибудь, кто мне сделает. И тут один Ваня, он, ну, честно, божий человек. Он такой скромный: батюшка, ну вот я недавно там научился, закончил, ну я можно попробую. Я говорю, давай. И в общем, делает там красоту. И как делает? Я ему говорю: Вань, там будет так, и нарисую там от руки, как на телефоне даже, не нарисую там пальцем, как там можно нарисовать. Да. Я говорю, тут так будет. И он делает полностью все. И вот почти что будет готов, ну, может быть, через пару недель готов полностью проект. Там будет и колокольня, который еще нет у нас. Там будет часовня, баптистерия, там, где будет купили нас крестить будем взрослых и на крещение купаться. Это он все там внесет в этот проект. При том, что вы не забудьте Ивану сказать, чтобы он
посмотрел акустические моменты, чтобы было приятно петь в храме. Ну, я надеюсь, мы сделаем так, чтобы у нас, конечно, единственное, что это может быть, вы как сейчас советы дадите насчет акустики, потому что там, ну, мы сейчас поедем, посмотрим, там неудобное расположение купола, так получилось, ну, строение такое. Я не знаю, как будет туда акустика уйти, когда мы ее крышей накроем. Ну, сейчас посмотрим. Если Господь строит, значит, все будет хорошо. Словами твоими да будет так. Аминь. Спасибо, Господи, Господи. Батюшка. Как прекрасен ангельский мотив, как поешь ты легкими устами. Господи, прости меня, прости. Я скажу обычными словами. Господи, прости меня, прости. Я скажу обычными словами. Христос воскресе! Воистину воскресе!